Давай про МТЗ-уху расскажи. Какого он года-то? МТЗ-уха 80-го года, юбилейного. Кабина замененная. Ага. Старая кабина, вон лежит. Ага. Вон вижу. Вот. Эта кабина не новая, бэушная. Да это понятно, а этот? Откуда брал такой отвал-то? Отвал из трубы на ТЭЦ-4 мне вырезали. Кусок трубы. А эти лонжероны все? Тоже самодельные? Толкатели самодельные. Ага. Швеллер самодельный. Рама это отзяла. Ага. Это ты шпильки ставил под? Это я ставил под сдвоенные задние колеса. Ага. Но со сдвоенными задними колесами дело не пошло. Ага. Он очень тяжелый получается. Тяжело едет, да? Да. А эту? Проходимости не прибывает. Да. Эту дверь ты делал, да, сам? Да, это самодельно. Во всяком случае, вот этот вот замок магазинно стоит 3800 рублей. Я пожадничал, сделал самодельно. Ага. А так все ты? Крыша тоже самодельная. А, поставил, поставил сам, да? Ну, конечно. Ну, отстань, чего ты, блин, хочешь-то от меня? Ну, сено. Играть охота бедному собачку. Так. Ну, что рассказываешь, что ты на нем делаешь-то? Сейчас чермет воровал. Подъемным краном, да, можно поднимать до тонны веса. Ага. Больше не получается. Трактор на дыбы встает. 1,5 тонны можно поднять, но трактор встает на дыбы. Гидромотор сейчас снят. Буду ставить новый. А, ты у тебя он просто болтается этот? Кто? Отопитель-то. Отопитель вот он. Вот он. Или он так и стоит? Подключенный, все путем. А, ну он просто низковато, мне кажется, нет? Нет, это его родное место, очень хорошо стоит. Я посмотрел, как у людей сделано, все присоединил. Ага. Так что все работает. Идеально, да? Да, никаких проблем нет. Просто его зацепишься где-нибудь? Нет, и рвет? Ну, год я с ним проездил, ни разу не зацепился. Ну ладно.